Сергей Иванович, рад вас видеть. Вот я помню, вы, по-моему, пару лет назад комментировали очень длинный матч. Сверсталь, да, играл тогда? Да. Как вы тогда выдерживали? Было ли у вас чувство, что вот сейчас будет что-то похожее? А, нет, на стадионе намного комфортнее. Там все-таки в студии, ну, не так здорово, а когда на стадионе и на таком матче, шикарном матче, я получил удовольствие колоссальное сегодня. Два матча подряд вы отработали на одном дыхании, можно сказать? Такой хоккей я всегда с удовольствием работаю, как и чемпионат мира, и когда сборная играет, и хорошо играет. Обе команды сегодня красавцы. Вы абсолютно были правы с тем, что матч не будет похож друг на друга в этой серии, и сейчас он не был похож. И какое у вас было впечатление в целом по игре? Ну, я думаю, что вот этот лучший матч плей-офф за последнее время, ну, я не говорю там совсем, но вот обе команды очень достойные, классные, мощные, вообще так вот подошли очень правильно к этому матчу, к этой игре. Самый спорный момент был, конечно, с этим голом, который думали, что это Шипачёв, переписали на Панарина, потом когда залетел от Бондарева. Вы сразу поняли, что там было все чисто? Или... Нет, 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 мы точно были уверены, что... Да, объявление судьи, что это гол, мы были уверены, что отменят. Мы уверены были, что Шипачев ногой ударил по шайбе, она залетела. Потом нам нашли, вот специально и там на «России-2», мы сегодня показывали матч, и они нашли нам с другой камеры, которая обычно не дается, и там было четко видно, что шайба попала в ногу Бондарева и отлетела. А потом уже мы проанализировали, видели реакцию Бондарева сразу, и реакцию Галимова тоже сразу, он же тоже видел, что от конька Бондарева. И ведь Бондарев тоже сразу очень, ну, расстроился, он понимал, что от него залетел шайба. Ну да, то есть надо было иметь правильный план, чтобы... Да. Он как раз был у судей, когда они в итоге приняли решение. Ну, у судей очень много камер дополнительных, они видели. И... Ну, я думаю, что это решение принималось так вот, не чисто судья видел гол, а это там, ну, департамент судейства поступил вот эту картинку с этого матча. У СКА было очень много моментов, и тот же самый штрафной бросок, да, и другие моменты можно вспомнить. Чего им хватает, чтобы все-таки одержать первую победу в этой серии? Вот такого прямого ответа нет. Почему такой Мастерюга, как Червенко, так ужасно исполнен? Почему у него шайба на метр в сторону? Почему он чуть при этом не упал? Почему он клюшку там не мог там взять другой, если это было неважно? Непонятно. Вот это был, наверное, ключевой момент. Ну да, потому что там... И опять же, там ЦСКА они не лезал 5 минут овертайме, тоже эти тоже, ну, ключевые. Устали уже, опять же, бригады большинства всего две, и они играли очень много. И Радулов тоже был усталый, видно, какие он передачи уже делал, такие жесткие. Ну, кстати, вот этот гол, когда забили в овертайме, вот, видно, что, ну, к счастью, это вот как раз силы, пусть перерывы, силы у Радулова были. И вот он таком на одном дыхании исполнил эту передачу. И Любимов, конечно, очень здорово открылся и опередил там защитников СКА. Можешь сказать, что ЦСКА сильнее сейчас в этой серии? По счету и по... Я могу сказать, что ЦСКА ведет в счете 2-0. И, в принципе, как бы я как бы не звучало это так, не патриотично. Но вообще для нашего хоккея и для континентальной хоккейной лиги эта серия, ну, минимум 6 матчей должна длиться. Это, ну, это не, это плохо. Если он быстро закончится, потому что команда достойна. И потом, с другой стороны, я уверен, что СКА минимум одну победу одержит в Питере. Они сегодня играли здорово, не повезло. Я думаю, они отдохнут, потому что ведущие игроки ЦСКА тоже очень сильно устали. Они же их тоже не поменяют, ведущих не поменяют. И будет совсем другая игра. Как я и говорил, все игры будут разные. В Питере будет совсем другая игра. Ну да. Кульчука свистили всякий раз, когда он получал шайбу. Он особо в атаке ничего не показал опять. Он хорошо сегодня играл. Но при этом, я не могу. Сегодня один из лучших матчей Кульчука. Не забил, моменты были. Блокировок много его бросков получилось. Но он очень старался. И думаю, что он сегодня вот лидер команды был. Давление не поддался? Он профессионал, опытный. И наоборот, его заводило это, я думаю. Нет, я думаю, что он понял, что он там, ну, сделал неправильно. Плохо, как мы помните, что мы интервью записали, он сделал плохо, но это понял. Три последних вопроса. Во-первых, по поводу потери Калинина, его потеряли надолго, и узкая проблема с защитниками.
опять же, сломался в самом начале Физулин, он вернулся в маске в итоге. Да. Но что им делать защита? Белов ходил какое-то время, там с коньком что-то. То есть... не с коньком, он поменял конек. Ну да. То есть... Что-то не произошло, как Физулин тоже нос разбили, ничего страшного. Будут играть потери Калинина, трудного восполнимого. Именно вот, вот в эти минуты, когда они играют в большинстве, в ключевые моменты, в овертайме, когда его опыт решает, когда надо делать правильные решения, не суетиться. Его я не хватает. Надежности хватит в защите? Уже чуть-чуть 40 минут провел, даже больше. Ну, играли сколько там? Ну да, да, но все прилично, равно. Там, нагрузка поэтому... выдержит за тех, кто страдает? Будем надеяться. Я думаю, все-таки он так физически здоровый. Ребята отдохнули. Не думаю, что там это очень сильно скажется. Это всего лишь второй матч серии после серьезного перерыва. Они отдохнут. Сил у Луска хватит. Расскажите про любимого, потому что он герой вот этих двух матчей. Набрал, не ошибаюсь, 5 очков. Да? То есть да. Он... Дело случая, что он попал в первое звено из-за Прохоркина. То есть... Дело случая. Но опять вот я в репортаже сказал, что невероятное чутье, чутье квартального, что он его поставил в первое звено, и Рома реализует точно вот, вот свой, свой шанс. И это здорово. И, потому что я вот, ну, с ним тоже достаточно часто разговариваю. Я же его очень давно знаю. Он из Твери приехал еще. Вы расскажите о нем, потому что в эфире слышно, отец работает информатором. Да, да? Судья-информатор, это его отец, это голос и он отца, был да? один, и он продолжает работать в системе клуба, один из администраторов команды ЦСКА, ну, в хоккейном клубе, но голос очень хороший, очень умный. Ну, экзамен сдает Рома в эти. Да, заканчивает институт. Правильный парень. Ну, Рома очень правильный. Я скажу, он очень трудолюбивый, пахарь настоящий. И терпение есть, он капитан команды Красной Армии был в победных сезонах. Именно вот человек, на которого можно положиться, я еще раз говорю, он много добил своим трудом. Хотя и вот он же место даже в составе пробивает. Много ли ребят было более, ну как бы способных, как казалось, вот там 2-3 года назад, когда получили место. Раздавали ЦСКА, потом. А он остался один. И он, вот я с ним разговаривал, ему желал удачи. И вот хорошо, что вот так получилось. А последний вопрос такой вот, чего вы ждете от матча в Питере, как изменится игра, что должен делать СКА и что должен делать ЦСКА? Ну ничего, должны обе команды отдохнуть, СКА должны учесть ошибки, опять же, сегодня они уже забивали, но лучше реализовывать моменты у них были, они могли выиграть сегодня тайм, был бы счет 1-1, вообще другая была бы ситуация. Да, другая об этом и речь. Да. Но думаю, ничего, Вячеслав Аркадьевич правильно сказал, ну, что проиграли, будем шансы использовать. Ну, тем более, я думаю, что максимально мотивированный выйдет ЦСКА на следующие игры. Ну, вот, а третий матч будет для них. Ну, теперь каждый матч уже ключевой и ключевой, пока еще не решающий, но ключевой. Я хотел бы добавить по судейству. Да, да. Я просто сказать, что Ерабик и Анисимов очень мужское судейство показали. Они не прогнулись, они приняли решение, которое очень сложно было принять. Они молодцы. Я вот очень одобряю их судейство, потому что 5 дать в начале игры – это круто. 5 дать скажем, в овертайме – это еще круто. Булит назначили. Правда, они получили информацию, там, но все равно там, это стоило того и какие удаления. Ну вот они не повлияли на ход матча. Вот так, чтобы они не решили судьбу матча, скажем. Это огромная их заслуга. Хватит уже ругать судей, я думаю, у нас нормальные судьи. Нет, я как раз хвалю. Как раз вот говорю, молодцы, правильные и слова и говорить, то, что ты, этот тренд плей-офф вот должен уйти в сторону, потому что вот, действительно у нас нормальные судьи. Ну и вот мы определились, что вот видим, что действительно Анисимов один из тех арбитров, которые вот волевые и мужской, ну вот сегодня и вчера, и позавчера не судил. Роман Гофман, ну вот видите, судейский комитет, департамент судейств принял такое решение, они не ошиблись, это, они хорошо отработали. Спасибо вам большое.